Здравствуйте, в эфире программа «Репортер» и я, Мария Бодрова. Самару атаковали люди в черном, а еще в зеленом, желтом и массе других ярких и не всегда понятных обычным людям костюмов. Все они участники Поволжского фестиваля гик-культуры «Катманавт», прошедшего в Самаре в эти выходные. Как выйти на подиум, одевшись вопреки всем модным трендам? Кто скрывается за масками игровых персонажей и что косплееры готовы принести в жертву ради своего увлечения? Репортер шокирован. Стоят девчонки, стоят в сторонке, страшно красивые и ужасно привлекательные. С таким арсеналом, как у них, внимание парней обеспечено. У мужчин просто выхода нет. У красавиц в карманах оружие побольше, чем у знатных военных. Но девчонки просят не беспокоиться. Все это колюще, режущее и стреляющее безобразие своими руками сделано. С любовью. Я люблю играть в игры. Мне попалась игра про Бэтмена, и там была Харли Квинн, и мне она очень понравилась. Костюм у меня был готов, я его делала где-то месяца два. Оружие делала месяц-полтора. В зале этого самарского спорткомплекса сегодня, куда ни глянь, знакомые все лица. Еще вчера они глядели на всех с экранов, сегодня как у себя дома гуляют. Косплееров со всего Поволжья созвали сюда не случайно. Самарцы позавидовали заграничным свободам и нравам и решили провести в городе гик-фестиваль не хуже, чем в далеких Европах. На поверку вышел пока единственный сугубо самарский ивент. В таких масштабах даже на конкурсах красоты еще никто никого не красил. Да, это скорее злой персонаж. Потому что персонаж хочет уничтожить землю, потому что ей насадили кристальный самоцвет. А грим – это самая сложная часть, потому что наносится на тело, и нужно его просто идеально наложить. А так как еще погода 29-30 градусов, не течет, поэтому нужно за этим постоянно следить. Несколько раз пришлось перекрашивать. Кто скажет, внешность не главное, тому тут на дверь покажут. Центральная площадка самарского гик-фестиваля – вот этот подиум. В лучших традициях модных показов здесь свои прелести и они показывают. Зато никто не скрывает, красота тут и правда искусственная. А уж вата там или пластмасса – неважно. Главное – максимальная схожесть с виртуальным героем. Это я виновата. Да, конечно! Я же трекер, чувак. Ну, вообще, на самом деле, я встретила хороших людей, и сначала затянули меня, и тут как-то так же нам потребовался персонаж. И подошла народная сестра, и мы... У тебя нет... Меня никто не спрашивал. Меня предоставили перед фактом. Мы плакали. Да. И плакали. Два месяца это делали. Каркас, парик, клей и в общем это вот. Это было очень тяжело. У меня вот здесь штырек, чтобы он держался. Но парни нынче тоже не лыком шиты, раз их девушки пустились в такое, они тоже хотят быть красивыми на всю голову. Одна проблема с мейкапом у сильного пола пока сложновато. Приходится работать руками. Создавал я на даче с дедушкой фактически пирамиду и тесак. Мы сделали, выпиливали и склеивали. То есть костюм заказывался. Пирамида была сделана давно, но потом никак не было возможности сделать все остальное. Что будет как минимум, это требовать довольно порой крупных финансовых затрат. Поскольку некоторые вещи шьются, они довольно дорогие выходят. Если человек собирается в этом как-то заниматься, ему понадобится средства на это. На таком фестивале главное голову не потерять. Косплееры образа не поймут. Но еще важнее вовремя остановиться. Чтобы спокойствие граждан оставалось в норме, организаторы уже пообещали косплеерам, следующий гик-фестиваль точно состоится. Но пока надо потерпеть и как минимум переодеться. Одевайтесь так, как вам удобно, ведь даже в самом странном наряде вы всегда сможете найти единомышленников. На этом, пожалуй, все. Увидимся на официальном сайте и в эфире телерадиокомпании «Губерния».